Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас опять распаковка бумажных сюрпризов. И давайте посмотрим, какие коллекции у нас сегодня на эту распаковку. Это коллекция «Удивительный цифровой цирк», новинка прошлого видео. Также коллекция «Adopt Me», «Тамагочи». Еще коллекция «Баночки», это моя любимая. «Я краснею», «Уточки». Ну и Барби. Ну а теперь отберем пакетики для сегодняшней распаковочки. Первую возьмем коллекцию баночки. И отсюда хочу взять вот этот. С клубничками. Дальше идет «Я краснею». А отсюда мы возьмем пакетик с Мэй. Уточки. Возьмем пакетик с сердечками. Из коллекции Барби я хочу взять вот этот пакетик. Тамагочи. Давайте возьмем вот этот с цветочками. Из коллекции Adopt Me я возьму океанское яйцо. Ну или океаническое, как правильно говорится, не знаю. И из коллекции Удивительный цифровой цирк возьму вот этот. На нем нарисован Кейн и Помни. И вот он наш каталог. Но вы не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны, и ставить лайки. Ведь это всего лишь секунда вашего времени, а моему каналу это очень поможет. Ну и первую коллекцию я хочу открыть уточки. Вот такой вот у нас пакетик с сердечками. Давайте его откроем. Вот тут он открывается. А здесь у нас вот такая вот резиновая уточка, розовая пантера. Вроде как это персонаж из мультика, но я этот мультик не смотрела. А коллекция уточки у нас вот тут. В прошлом видео мы открыли вот такую вот уточку геймершу. Это у нас первая страничка. Ну и приклеим эту пантеру. Под каким она была номером? Под четвертым. Прямо вот тут. А следующий сюрприз давайте откроем Барби. На пакетике изображен вот такой красивый пляж с фиолетовым небом и розовым солнцем. И тут у нас опять очень большой сюрприз, который даже пришлось сложить, чтобы он поместился в пакетик. Это вот такая машина, и сверху тут огромная надпись «Барби». Этот сюрприз под номером. Где номер? Номер почему-то я забыла написать, но я помню то, что он должен был быть под номером 2. Вот он. Ужас, какой он огромный. Теперь уберем вот это. А следующую коллекцию откроем давайте Adopt Me. Мне очень нравится этот пакетик. Это яйцо, оно очень красивое. А здесь вроде бы красная панда, если я не ошибаюсь, она под номером 16. Вот тут вот рядом с пчелкой. Ну а теперь я хочу открыть пакетик с цифровым цирком. На нем написана надпись The Amazing Digital Circus. И здесь нарисован Кейн и Помни, которая, судя по всему, в шоке с того, что происходит в этом цирке. Давайте его откроем. Он порвался, а тут королёр. Вот он находится. Вот тут, а в прошлом видео мы открыли вот такую вот дверь. А королёр под номером 10. Вот здесь находится этот номер. Приклеим его. Старина королёр, кстати, дольше всех в этом цифровом цирке.
А у вас есть какой-нибудь любимый персонаж? Вот у меня рогата. Следующая коллекция — мои любимые баночки. Они вот тут перед Барби. Розовая страничка, вообще на ней ничего нет. И голубая страничка самая первая. Здесь мы уже приклеили два сюрприза. Эта баночка с вот такими вот клубничками очень похожа на клубничное варенье. А здесь нам попалась очень милая бутылочка с аксолотлем. Я из-за этого аксолотля, кстати, сразу вспомнила Майнкрафт. Но этот сюрприз под номером 5. Наконец-то мы что-то приклеим на розовую страничку. Так как эта бутылочка немного наклоненная, мы ее приклеим вот так. А теперь перейдем к коллекции Тамагочи. Ну и в самом конце откроем Я краснею. Вот тут у нас Тамагочи. Эта коллекция у нас очень старая. Посмотрите, как уже размазала бедную коалу. Ой, что с этим пакетиком произошло? Ой, какой здесь нам попался Тамагочи, вот такого оранжевого цвета. Тут прям очень много цветов, здесь всякие звездочки. И вот такой медведь, кажется, это плюшевый медведь. А сюрприз этот под номером 9, как раз на этой страничке, которую я открыла. Ну и перейдем к коллекции «Я краснею». Пакетик очень легко открывается. А здесь попалась Мэй в образе красной панды. Это сюрприз под номером 8. Ну и это была вся распаковка. Тут у меня остались баночки, которые я уже открыла. Всем спасибо за просмотр, за лайки. До встречи в новых видео. Всем пока!